Всем большой-большой привет, и сегодня я хочу снять социальный эксперимент над прохожими людьми. Я его буду снимать вместе с Ариной. Арина будет играть роль новорожденного ребенка, а я буду играть роль девочки, которая будет жестоко с ней обращаться. Мне интересно, пройдут ли прохожие или как-то обратят на это внимание. Чтобы сделать эксперимент еще лучше, я буду плакать за нее. В общем, я очень сильно волнуюсь, поэтому поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх и подпиской на канал, если вы еще не подписаны. Я надеюсь, что на меня никто не будет ругаться. Мне очень страшно. Все, социальный эксперимент начинается. На тебе ребенка хочешь? Да. Нет, забирай. Лови! Не кукла, она просто так делает, смотрите. Что тебе ребенку такое? Да, девочки, дорого стоит. Егор, игра интересна. Не пугайте, так вот. Надела уже орать. Как такая, да? О, блин. Пугают людей, да? Да, пугают. Как будто живой, да? Я говорю, живая. Хорошенькая, да? Ой-ой-ой, курнаси. Ох, курнаси. Не получилось вас разыграть. Гнярит. Доела. Дайте. Здрасте. Здрасте. Заткни ее. Ты можешь заткнуться. Здрасте. Надо я
Если бы вы принесли ей гостинцу, она пришла к нам. Да, она весь день плачет. Верно, на стол уже. Ой. Хорошо. Вот такой вот получился социальный эксперимент. Кто-то просто проходил мимо, а некоторые обращали хоть и маленькое внимание. Поэтому я надеюсь, что я заслужила этим видео лайк за свою смелость. И не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны, а также жмать на колокольчик, если вы еще не нажимали. Всем пока!